Субботним утром в лесопарковой зоне Стрелки было многолюдно. Представители администрации города, общественной палаты, депутатского корпуса, политических и молодежных организаций, почетные граждане, учащиеся, педагоги школ города и неравнодушные жители пришли сюда, чтобы посадить свое дерево. Нужно возродить тот прекрасный лес, который, к сожалению, немножко пострадал. Поэтому с огромным удовольствием мы все сегодня пришли на эту акцию. Надеемся, что все эти деревья, которые мы посадим, обязательно приживутся. И мы будем буквально через год-два приходить сюда на лыжах, просто проводить какие-то акции и видеть плоды своего труда. Свежий воздух для детей – это самое главное. Ухудшается ситуация, загрязняется воздух, но мы сделаем лучше. Чтобы наш город более был красивым, зеленым, благоприятным для всех, потому что мы его любим, и все зависит, конечно же, от нас, от самих жителей этого города. Чем больше будет посажено деревьев, тем больше будет солнца, тепла, света, улыбок и здоровья. Эта лесная зона – любимое место отдыха не только жителей Парковского микрорайона, но и всего города. Однако в последнее время большое количество деревьев пострадало от жука-короеда. Намечая мероприятие буквально уже на следующий год по массовой чистке леса от поврежденных деревьев, от сухостойных деревьев, мы должны подготовиться к тому, что мы должны произвести компенсационную посадку, чтобы нам осталось нашим будущим поколениям, чем, в общем-то, дышать свежим воздухом. И эту акцию мы проводим не в первый раз. Мы провели анализ последнего мероприятия, и могу с гордостью сказать о том, что 95% саженцев прижились и уже дали рост. Перед началом мероприятия был дан подробный инструктаж, как правильно сажать деревья. У елей ползущая корневая система, и глубоко их закапывать не нужно. Под бодрую музыку собравшиеся с энтузиазмом взялись за дело. За 40 минут было посажено несколько десятков молодых елей. Я до сих пор помню, когда мы проходили мимо клуба, когда мне папа всегда говорил: вот эту там третью слева ель посадил твой дед. И вот это настолько засело глубоко во мне, да, что я считаю, что все вот эти сегодня молодые ребята со своими родителями, с бабушками, дедушками, они совсем по-другому будут относиться к нашему богатству, к нашей природе. Саженцы закуплены в Орехово-Зуевском лесничестве. В дальнейшем работники комбината благоустройства будут контролировать их рост и поливать. Для того, чтобы пока еще не окрепшие елочки превратились в большие деревья, необходима забота и жителей города. Очень приятно, что на сегодняшнем мероприятии собралось такое большое количество народа. Видно, что у людей горят глаза. Видно, что все подошли к этому мероприятию с большим энтузиазмом. И, как говорится, получился для нашего города большой-большой праздник. В этот день посадка деревьев производилась и в лесопарковой зоне «Холодильник», где также было много желающих внести свою лепту в озеленение родного города.